Друзья, всем привет-привет! У нас сегодня очередная распаковка с магазина AliExpress. Сейчас покажу, что на этот раз я получила. Вот такая вот мне пришла посылка. Шла она почти 2 месяца, эта посылочка. Только вот позавчера я ее получила. Сейчас распакуем, посмотрим. Я уже, думаю, догадались, что здесь... Даже по размеру понятно, что там такое находится. Читаем. Блестящая алмазная вышивка. Вот, друзья, что я получила. Сейчас посмотрим. Эта алмазная вышивка особенная. Это не просто картина. Эта картина моя персональная, мой персональный заказ. Так, ну по стандарту идет обычный наборчик. Ручка эта. С такой вот передвижной штучкой. Чтобы удобно было держать. Если с этой стороны, тут вот чтобы несколько стразиков цеплять. Вот так вот держать. Или вот с этой стороны. Она двигается, чтобы с этой стороны держать. Если по одной брать. Так, дальше. Также у нас идет лоточек. Вот этот пластилин. Пинцетик. Ну, пинцетик, конечно, не очень-то интересный. И насадочка. Чтобы цеплять ее вот сюда. Вот эту вот можно снять. Тут на сколько? Штучки на 4? Она, получается, снимается. И можно вставлять вот эту вот. Здесь уже побольше штук сразу можно будет зацепить. Вот такая вот ручка. Так, дальше идем. Ну, все, в принципе, по стандарту. Ничего особенного нету. Просто, что сама картина у меня будет нынче особенная. Так, дальше идут набор страз алмазиков. В этот раз у меня алмазики квадратные. У меня первая картина получается с круглых стразиков, а это будет с квадратных. Не знаю, никогда не пробовала с квадратных складывать. Вот попробую. Вот они, видите, какие квадратненькие. Плюс, конечно, в том, что они сразу вот в этих пакетиках с замочками. Потому что до этого у меня была картина. Были такие пакетики без замочков, и мне приходилось каждый раз, когда открываю новый пакетик, приходилось какие-нибудь крышечки, баночки, емкости, все это ссыпать. Вот видите, сколько здесь очень много цветов. И хорошо, что все цвета, как говорится, каждый пакетик под замочком. Это будет очень удобно, прям вообще. Такое разнообразие цветов. Так, все, стразики, значит, в этот раз у нас квадратные. Ну и переходим к самому, наверное, интересному, самому интригующему, это к самой картине. Картину я себе заказала в этот раз по фото. Картина по фото. В первый раз заказала. Очень долго выбирала, какую фото вставить, какую фотографию выбрать на картину. Присылала продавцу очень несколько штук разнообразных картин, чтобы... Он выбрал какую-то любую. Но он выбрал только одну. Картина нужна с четкими контурами. Четкая, яркая. Чтобы резкость была хорошо настроена. Ну, в общем, картина будет вот такая вот. Это фотографии моих детей, когда они еще маленькие. Младшему здесь, наверное, полгодика. А старшему лет, наверное, 8. Или 7. 7, наверное. Может, 8-й год. Вот такая вот будет картина. Сейчас мы ее распакуем. Очень долго я ждала эту картину, очень долго. Так, размеры показываю. Вот 40 на 40. 35 цветов здесь. Вот этих, значит, стразов у меня. Здесь должно быть 35 цветов.
Так, 40 на 40 у нас размер. Вот такая вот получится картинка. Так, ну здесь что-то еще скотчем заклеено. Как бы саму картину не порвать. Запаковано очень хорошо, очень тщательно. Смотрите, чем еще удобно. Полотно огромное. Так, это вот, видите, было вложено, чтобы не смялась сама картина. Чем удобно полотно, хочу сказать, сразу вот увидела, в первый раз такое вижу. Вот, выровняла. Первый раз такое вижу, что полотно можно отделять по частям, видите? Вот. Вот одна часть бумаги наклеенной. Вот вторая часть, третья часть и четвертая часть. То есть я оторвала первую часть, я ее собрала, эту алмазную выкладку. Ну вот как-то так, вот видите? Картина. Дальше я эту собрала часть картины, перешла на вторую. У меня на предыдущей картине было одно бумажное полотно, и я его постепенно вот так вот отрывала и собирала алмазную картину. А здесь чем удобно, что оно прям вот из четырех частей состоит, эта наклейка. По частям можно собирать. Тут, значит, все разметочки, все цифры по цветам, все хорошо четко указаны. Что 35 цветов, картина будет 40 на 40. И получится у меня вот такая вот фотография. Вот такая вот. Очень рада, наконец-то, что я ее получила. Но теперь я думаю, что я хочу еще себе заказать картину. Это вот такого будет размера, 40 на 40. Я теперь хочу что-то побольше заказать. И тоже по фотографии. Фотографию хочу еще заказать семейную, но... Чтобы ее заказать, нужно сначала сделать качественное фото. Вот такой вот у нас сегодня обзор. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Теперь будем собирать картину. Следите за моими успехами. Всем пока-пока!